спускаемся по Георгиевскому переулку. Вот он проходит между Тверской и Большой Дмитровской, небольшой такой переулочек, в такую красивую арку. Мы входим и оказываемся на нем. Проезд здесь разрешен только лишь для спецтранспорта, так как здесь вот располагается новое здание Государственной Думы. Вот оно. И это, так скажем, его задняя часть, где служебный вход. Тут, конечно, и управление делами президента. Галочки синие, красные ведерки, тут все как надо. Ну, это, считай, первый переулок от охотного ряда, то есть от самого центра. Так, выходим уже на улицу Большая Дмитровка. Украшения. Там улица Охотный ряд дальше будет. У нас, кстати, ее не было. Можно пройтись, она там совсем небольшая по своей протяженности будет. Проходит как раз параллельно Георгиевскому переулку. Ресторан. На той стороне видно, что страна, которой нет. Посвященный Советскому Союзу. Ну, так как тут все-таки небольшие улочки и переулки по протяженности, мы будем иногда захватывать по 2-3 улицы. Как это было и раньше. Ну вот улица Охотный ряд, например, на которую сейчас мы уходим по Большой Дмитровке, проходит между Театральным проездом и улицей Маховая. Отель 4 сезона у нас. Вот это здание, которое напротив. Адрес: Охотный ряд, дом 2,
И здесь вот здание Государственной Думы, вид спереди, так скажем, располагается по адресу Охотный ряд, дом 1. Если мы с Георгиевского переулка наблюдали вид сзади, то сейчас вот центральный вход. Здесь еще у нас стоят новогодние елочки. Ну, я думаю, ничего страшного, чтобы снимать Государственную Думу, нету. Это все-таки не здание там ФСБ или чего-то секретного еще. Ну, вот такой вход в Государственную Думу. Yeah.